Сочи. Потрясающе красивый город с богатой культурой и очень доброжелательными людьми. Несколько лет назад весь мир увидел, как здесь проводились лучшие по уровню организации зимние Олимпийские игры. С тех пор спортивные объекты, построенные в этом городе, стали активно использоваться для проведения крупных национальных и международных турниров. В этом году Сочи впервые принял чемпионат России по вольной борьбе. И несмотря на то, что ледовый дворец «Айсберг» изначально предназначался для фигурного катания, шорт-трека и хоккейных матчей, с борьбой он тоже справился на отлично. Началось все по традиции совещания судей, тренеров и представителей команд. И пока Дзамбулат Тидеев и Арсен Фадзаев обсуждали с участниками рабочие моменты и разводили по сетке лидеров, сборная Северной Осетии во главе с главным тренером Хетагом Газюмовым в соседнем зале проводила тренировку. До последнего не было ясно, сможет ли принять участие в чемпионате один из лидеров команды Сослан Рамонов. И буквально за два дня до старта болельщики узнали неприятную новость. Олимпийский чемпион снова травмирован. Очень надеялись, что он придет в себя. Как бы очень хорошо тренировался, максимально использовал все сборы для подготовки. Но у него так получилось, что очередной раз получил травму. Не знаю, какое-то невезение его преследует и получил опять же травму ноги. Он в Олимпийский год, наверное, столько сил отдал и эмоциональных, и физических. И после такого феерического выступления на Олимпийских играх трудно бывает восстанавливаться. Очень хочется верить, что Сослан скоро восстановится и вновь порадует своих болельщиков красивой борьбой. Еще один лидер, Заурбек Сидаков, также был освобожден от участия в национальном чемпионате. Выиграв Европейские игры, он получил возможность немного отдохнуть и набраться сил. Но даже несмотря на отсутствие Рамонова и Сидакова, осетинский десант выглядел весьма внушительно. Предварительные поединки начались с 5 олимпийских весовых категорий, поэтому борьба за чемпионство уже в первый соревновательный день на всех 4 коврах развернулась нешуточная. Северную Осетию в самом легком весе до 57 килограммов представлял Азамат Тускаев. Серебряный призер Кубка мира в 1/16 финала расправился с борцом из Московской области Егором Потаповым, затем в 1/8 выбил из сетки дагестанца Минтулаева, а вот в четвертьфинале 25-летний атлет оступился. В драматичном поединке он не смог одолеть Михаила Иванова и остался без медалей. Эмоции на трибунах стали появляться ближе к середине первого соревновательного дня. Зрителей становилось все больше, а борцы входили в кураж. Почетные гости с интересом наблюдали за схватками, ожидая сюрпризов от молодых спортсменов. В весовой категории до 65 килограммов выступали сразу 4 осетинских борца. Чермен Давитов, Артур Батиев, Георгий Секинаев и Алан Гугаев. На Гугаева рассчитывали. Он был в хорошей физической форме, и тренерский штаб устроил бы как минимум бронзовая медаль. Но, видимо, сказалась весогонка. Пройдя в сетке до 1/8 финала, Алан уступил дагестанскому борцу Муршиду Муталимову 2-2 на табло, и по качеству технических действий следующий этап проходит Муталимов. Секинаев и Батиев также сумели дойти до стадии 1/8 финала, а Тавитов, благодаря стараниям Ислама Дудаева из Чеченской Республики, выбыл уже в 1/16. Сейчас уже середина первого турнирного дня, и страсти накаляются, и все спортсмены пытаются выложиться на все 100%, а за ними, за нашими ребятами, за нашими борцами следит их главный тренер Хетаг Газюмов. И давайте посмотрим, какие у него эмоции. Наблюдать за тренерами в эти минуты особо интересно, ведь только на столь значимых турнирах можно увидеть весь спектр чувств, которые в повседневной жизни титулованные наставники тщательно скрывают. Газюмов старался больше поддержать молодых борцов, ведь если опытному достаточно одной установки, то молодым нужны еще мотивация и поддержка. К слову об опытных. Хетик Цаболов в первый соревновательный день вышел на ковер в весе до 74 килограммов. Это одна из самых конкурентных весовых категорий в стране. Вес 74 килограмма, на сегодняшний день борется чемпион мира двукратный Кази Магомедов, борется чемпион мира, чемпион Европы Курбан Алиев, борется Бижуев, призер чемпионата Европы этого года. И наш фаворит, который освобожден на чемпионате России, это Заур Сидаков.
То есть вот вес 74 килограмма на сегодняшний день самый сильный вообще считается у нас в России, потому что борются там три чемпиона мира в этой весовой категории, чемпионы Европы, призеры Европы. Вот 74 килограмма на самом деле у нас очень сильный. Цабулов уверенно и с большим запасом победил своих соперников. Меркенова 8-2, Тажи Даудова 11-0, Хабиба Магомедова 8-3. На стадии полуфинала остинскому вольнику противостоял уроженец Кабардино-Балкарии Тимур Бежоев. Несмотря на свои скромные спортивные достижения, Бежоев серьезный противник и входит в пятерку лучших борцов России в весе до 74 килограммов. Цабулов уверенно чувствовал себя на ковре, забрав первый период со счетом 4-1. В начале второго он продолжил развивать свой успех. Тревожный звонок раздался ровно на экваторе второго периода, когда, выполняя скрестный захват, Бежоев накрыл Цабулова. За 30 секунд до конца Хетик был измотан, но продолжал вести с преимуществом в 2 балла. Собрав всю волю в кулак, Цабулов отстоял этот гандикап. Счет встречи 6-4. С другой стороны сетки к финалу двигались два чемпиона мира из Дагестана – Магомед Расул Газимагомедов и Магомед Курбаналиев. Ожидаемо они встретились в полуфинале. И сильнее оказался Курбаналиев. Любители вольной борьбы получили идеальную вывеску. В финале состоялось противостояние двух чемпионов мира, двух разных стилей и культур борьбы. Самая ожидаемая схватка была, конечно, в весе 74, самая зрелищная, где встречались два чемпиона мира. Ниже весом они боролись, оба чемпиона мира, они становились 70 килограмм. Цабулов уже был, года 2-3 уже выступает 74. Магомед Курбаналиев в этом году поднялся в этом весе, так как он олимпийский вес. И попал очень сильную сетку, как называется в спортивном мире, смертельная группа смерти попал. Оттуда вышел таким, вообще на голову выше соперников. И финал, все видели, тут самый ожидаемый финал был, и зал вообще взорвался. Час X настал. Борцы сошлись на ковре. Первая минута прошла при полном штиле. Спортсмены были малоактивны. Болельщики тоже застыли в ожидании. Тишину нарушил Курбаналиев, ловко пройдя в ногу. Хетику удалось сделать контрвыпад и перехватить инициативу. Дагестанец искал спасения за пределами ковра, но Цабулов затянул его в самый центр и заработал еще 2 балла. Первый период выиграл осетинский борец, но преимущество было очень зыбкое. Выслушав краткие наставления, мастера борьбы опять сошлись в схватке. Курбаналиев принялся атаковать и прессинговать Цабулова с самых первых секунд. Одна из таких атак увенчалась небольшим успехом, и счет стал 4-3. Цабулов был все еще впереди, но чем ближе была концовка, тем настырнее становился Курбаналиев, и тем чаще Хетик поглядывал на табло. Развязка наступила за полминуты до конца. Эта схватка стала украшением турнира. Зрелищная, напряженная, драматичная. Цабулов, имея все шансы на победу, уступил в концовке поединка и до финальной сирены уже признал свое поражение, чем заслужил овации и специальный приз Fair Play за благородство и уважительное отношение к соперникам. Новый приз, на который все должны равняться, заслуженному мастеру спорта Хетику Цабулову. То, что мы увидели в финале, он вел встречу очень грамотно. Единственное, допустил одну ошибку, остановился в конце схватки и поплатился золотой медалью. Как повлияет это поражение на... Это предолимпийский чемпионат был?
никак это не влияет. Есть еще один старт в будущем. Он высокого класса борец, он чемпион мира. На него могут рассчитывать, можно сказать, он олимпийский борец. Можно рассчитывать на него, как на борца высокого класса. Будет старт Ярыгинский турнир, будет еще один старт чемпионата России. Должен проявлять себя, и тогда может рассчитывать на какую-нибудь путевку или прикидку. Для Курбаналиева это уже вторая победа на чемпионате России. Ранее он выигрывал в 2013 году. И наверняка любителям борьбы из Дагестана было приятно узнать, что Магомед Курбаналиев в этом году признан лучшим борцом турнира по версии болельщиков Федерации спортивной борьбы России. В этой же весовой категории наш Азамат Хадзарагов дошел до 1/8 финала, где встретился с Никитой Сучковым. Последний оказался на голову выше остинского борца. 10-3. Победа Сучкова. Поддержать осетинских атлетов приехали болельщики из разных уголков России. На трибунах можно было заметить осетинские триколоры, а среди гостей были и известные спортсмены. Одним из них оказался прославленный боец, 4-кратный чемпион мира по кикбоксингу Тимур Айляров. Да, я приехал поддержать наших ребят и сам занимался вольной борьбой. И это очень красивый вид спорта, очень зрелищный, и поэтому мне самому нравится. И приехали вот с ребятами поболеть за наших. Наши порадовали и в весе до 86 килограммов. Газюмов привез на чемпионат сразу 5 борцов в этой весовой категории. Больше было только у дагестанцев, 7 спортсменов. Но, как говорится, важно не количество, а качество. И именно поэтому мы стали свидетелями осетинского финала. Артур Найфонов и Владислав Валиев поделили между собой первые 2 места. Причем стоит отметить, что Валиев на пути к финалу не отдал своим соперникам ни одного балла. А Найфонов последние 3 схватки провел против осетинских борцов. В 1/4 финала он одолел бронзового призера чемпионата Европы Заура Макиева, а в полуфинале его натиска не выдержал 36-летний Сусланг Цоев, который, несмотря на солидный спортивный возраст, радует поклонников отменной физической формой. Еще один осетинский борец Роберт Гусалов в первой же схватке встретился с Валиевым и уступил. Финал между 2 чемпионами Европы, как и ожидалось, проходил в тяжелой борьбе. Победа над Валиевым дала возможность Артуру попасть в заявку на мир. На следующий день Найфонов раскрыл нашей съемочной группе секрет своей мотивации. Пока не выступил, пересматривал вот про этот отрывок такой есть, про Суслана Рамонова, легенда, пересматривал это. Потом есть по греко-римской борец Роман Власов, тоже такие слова, он 10-минутный ролик посмотрел и зарядился так словами. Если Найфонов продолжит свою победную серию, то кто знает, может через 2 лет уже его интервью и схватки будут, воодушевляясь, пересматривать молодые борцы. Здесь, на этой ледовой арене «Айсберг», сейчас огромное количество зрителей, и все они пришли поддержать своих любимчиков, своих спортсменов. Что ж, стоит, наверное, отметить, что самая внушительная спортивная делегация приехала из Дагестана, свыше 70 человек. Получится ли у этой сборной стать первой, мы узнаем совсем скоро, а мы пока продолжим поддерживать, естественно, своих спортсменов, осетинскую сборную по вольной борьбе. 2 сильнейшие школы вольной борьбы, дагестанская и осетинская, всегда конкурируют на национальном первенстве. Вот и здесь получилось так, что лучшими на турнире были представители этих 2 школ. Но влияет ли такая конкуренция на отношения спортсменов и болельщиков вне ковра? Этот вопрос мы задали любителям борьбы. Очень хорошие отношения. Братские. Я вот... Это конкуренция, наоборот, помогает. Конкуренция, друг другу, вот, конечно, России, вот когда есть вот такая конкуренция, есть вот такие успехи, чтобы на мировой арене выйти. Отношения вот Дагестана, Осетии, я... 2 года назад, когда Алани турнир был, где Магомед Курбаналиев выиграл в финале Сидакова, и нас пригласили на банкет. Я вот там увидел, как уважают Курбаналиева, как отношения друг с другом братские.
самые вот борцы и Курбаналиев, и Цаболов, Сидако, Рамонов, вот это в одном весе, они с детства борются. Они на ковре выкладываются, все делают, потому что это их работа. За ковром они всегда обнимаются в номере, всегда друг другу советы, пожелания. В общем, как братья они. Вот это надо ценить. В весовой категории до 97 килограммов у представителей Дагестана оказалась всего лишь бронза. Шамиль Мусаев и Зайнула Курбанов в дагестанском дерби определяли бронзового призера. А наш Владислав Бойцаев вновь подтвердил статус лидера, пройдя катком по всем своим соперникам. В полуфинале ему пришлось бороться с земляком Георгием Гогаевым. Бойцаев победил с минимальным счетом 2-1. Кстати, это был единственный балл, который Бойцаев отдал на турнире. Гугаев же завоевал бронзу, а вот в финале Бойцаев встречался с Игорем Овсянниковым. Осетинский атлет на классе подавил сопротивление борца из Красноярска и выиграл со счетом 3-0. Чемпионат, как видите, удачно прошел. И вчера, и сегодня было очень тяжело. Ну, настроился, уже и опыт есть. Много раз вторым стал на России, вот первый раз выиграл. Очень рад этому. Теперь Бойцаеву нужна прикидка с Садулаевым, чтобы получить шанс отобраться на чемпионат мира. А уже там, как ожидается, в каждом весе будет сумасшедшая конкуренция. В этом году чемпионат мира очень особенный. Почему? Потому что это предолимпийский чемпионат мира. Оттуда мы завоевываем уже лицензии к олимпийским играм. Поэтому для нас этот чемпионат мира очень значим. Надо там, чтобы все ваши уже числы призеров, чтобы завоевали уже лицензии к олимпийским играм. Если кто-то считал, что после схватки Цаболова с Курбаналиевым ничего интереснее на турнире не произойдет, то он глубоко ошибался. В оставшихся 5 весовых категориях зрители ждали еще сюрпризы, но обо всем по порядку. В весе до 61 килограмма выступали два молодых борца – Александр Сабанов и Алик Хадарцев. Тренерский штаб вряд ли ставил перед ними задачу завоевать золото, а участие в турнире позволило ребятам получить необходимый для развития опыт. Самое интересное началось, когда на ковер вышли борцы в весе до 70 килограммов. Настоящий фурор на турнире произвел Давид Баев. Джапуа, Терещенко, Касумов и Жирбаев ощутили на себе всю силу этого борца. Большинство схваток на пути к финалу Баев завершал с явным преимуществом. Борьба интересная, смотри, кто Достойбаев выиграл с крупным счетом. Почти было разрыв между баллами, 10 баллов, остановили схватку. Вообще, честно говоря, у меня радует своей борьбой. А если так будет бороться, у него все впереди. Хотя он уже готов бороться на высоком уровне. В финале Баева уже ждал представитель Хасавюртской школы борьбы Разамбек Жамалов. Это третья очная встреча между борцами. Дважды они боролись за бронзу. На чемпионате России прошлого года Баев на последних секундах вырвал победу. А в начале года на Ирыгинском турнире сильнее оказался Жамалов. Начало схватки было очень напряженное. Получив предупреждение за пассив, Давид проводит красивый четырехбальный бросок. В следующей атаке Баев снова делает проход, но Жамалов успевает выйти за пределы ковра. Первый период завершился со счетом 5-0, но даже такое преимущество не давало никаких гарантий. Вторая половина встречи началась со стремительных атак представителя дагестанской сборной. За 2 минуты Жамалов не только отыграл отставание, но и вышел вперед. В этот момент все осетинские зрители вспомнили финал Цаболова. Хэтик тоже имел преимущество, но не смог его удержать. До конца остается минута, Баев делает проход, после чего берет скрестный захват и проводит накат. Трудно представить, какое невероятное напряжение в эти минуты испытывают Георгий Шанаев и Хэта Газюмов.
В следующем эпизоде Жамалов делает результативный проход, а еще через 10 секунд Баев опять набирает балл и ведет 10-8. После этого Давид отдал сопернику 2 балла и счет сравнялся, но благодаря качеству набранных очков победа присуждается осетинскому спортсмену. Честно, очень рад. И схватка тоже очень хорошая получилась. Очко удовольствие сегодня получил. В принципе, я на такую схватку не настраивался, потому что соперник очень сильный тоже. Парень трудяга, достойный соперник. У нас с ним 1-1 был счет. И хотелось очень взять реванш. Рад, что получилось, конечно. 1-1. От этого вдвойне приятно, что отыгрался. Мы с ним еще, думаю, не раз встретимся и... Никто не знает, как будет дальше. Но надо стараться, чтобы в дальнейшем тоже получалось выигрывать. Это была яркая победа. Все зрители это, наверное, отметят, все болельщики спорта. Даже ребята подходили, вот корреспонденты, режиссеры, операторы, и они говорили, что можно, говорят, взять сюжет какого-нибудь фильма, вот как это все происходило, какой накал страстей, какие эмоции присутствовали, как и у борцов, так и у болельщиков, у секундантов. Я сам ушел в транс, можно сказать, и ничего не понимал. И вот такой праздник нам устроили эти два борца. В этой же весовой категории бронзу сумел завоевать Чермен Валиев. По словам тренеров, он уже готов конкурировать на самом высоком уровне. Однако противоядие к борьбе Жамалова наш борец до сих пор так и не нашел. После такого финала настроение болельщиков существенно улучшилось. Как тебе чемпионат России, который проходит здесь, в Сочи? Бомбовый, просто бомбовый. Непередаваемые ощущения, можно сказать. Все хорошо. И команда, вот, и Дагестан, и Чечни, и Осетия очень сильные. Тем более Осетия очень сильная. Просто много хороших спортсменов, много хороших схваток, очень много. Хорошие схватки продолжились и в весовой категории до 79 килограммов. Как и прогнозировал Газюмов, она оказалась довольно ровной. Волей случая осетинские борцы сталкивались друг с другом в сетке на разных этапах. Еще на стадии 1/8 финала Ацамас Санакоев не оставил шансов своему партнеру по команде Станиславу Хачирову. 2 года назад спортсмены уже встречались в рамках национального чемпионата, и тогда победителем дуэли тоже был Санакоев. В четвертьфинале соперник вновь осетин Радик Валиев. Опыт Ацамаза сыграл решающую роль, как итог зрелищная победа Санакоева, ну и полуфинал. Здесь слова излишние. Санакоев побеждает и выходит в финал, где его ждет Гаджи Набиев. И кажется, Осетия может получить еще одно золото, но финальной схватке не суждено состояться. Диктор объявляет о травме осетинского борца. Но, к сожалению, сама Санакоев, который вышел в финал, он получил травму с Кахакбером Хубеште, со своим же атлетом, и не смог выступить в финале. Мы решили его не калечить, чтобы он восстановился и дальше как бы на сборах работал. Чемпионат подходит к концу, и зрителям остается насладиться схватками в 2 оставшихся весовых категориях – до 92 и до 125 килограммов. Но перед этим наша съемочная группа встречает возле ковров легендарного Михаила Мамиашвили. Михаил Геразевич, судя по всему, доволен уровнем соревнований. И могу сказать, что то, что мы ожидали, и спасибо огромное персонально, хотел бы сказать, всем организаторам, ну и, конечно, энтузиазму и практической помощи первого вице-президента Арсена Фадзаева. То, что он осуществил вот эту нашу давнюю мечту на этих олимпийских объектах, вот эти заполненные трибуны, и самое главное, наши ожидания не подтвердились. Такой накал, особенно взять хотя бы схватку Баева, которого в такой тяжелейшем поединке сегодня, ну было все.
и радость, и разочарование, и была, конечно, вот эта блестящая совершенно победа. И вот на ковер выходят борцы в весе до 92 килограммов. Основная надежда на Батырбека Цакулова. Но в полуфинале наш борец уступает чемпиону Европы Анзору Уришеву со счетом 5-4. Последний шанс на золото. На ковер выходят супертяжи. Уже по первым схваткам в турнирной сетке становится ясно, что осетины будут сталкиваться на пути к финалу. И действительно, так и происходит. Сначала Алан Хугаев в четвертьфинале побеждает Хасана Хубаева. Затем с тем же счетом 4-0 в полуфинале обыгрывает Ацамаза Теблоева. И вот его уже не остановить. В финале на пути встает серьезный дагестанский борец Саид Гамидов. Хугаев не без труда одерживает очередную победу и становится чемпионом России. И словно не было той злополучной травмы, Хугаев доказал всем, что человеческие возможности не имеют границ. Ну, честно сказать, да, я очень за него переживал, честно вам сказать, потому что у нас полгода назад только он начал тренироваться, он где-то месяца 8 вообще не тренировался, потому что мы прооперировали плечо, очень тяжелая травма, и очень долго восстанавливались, но, как видите, выложился, поработали от души, и вот результат налицо. На самом деле была травма, прооперировал плечо. Вот буквально в начале года начал тренироваться. И потихоньку начал, набрал форму. У нас было несколько сборов дома в Осетии. Да, тренера хорошо поработали с нами. И набрал свою, можно сказать, одну из лучших форм. Да, и так получилось, что победил. Что ж, чемпионат России принес нам позитивные эмоции. В этом году наша сборная завоевала 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. И если бы не поражение Цабулова и травма Санакоева, кто знает, может этот результат был бы еще более высоким. С первым свистком в Нур-Султане на чемпионате мира начнется отбор на Олимпийские игры. Это будет сражение за получение лицензии. По итогам поздравляю российскую команду. Так как вы представляете Осетию, я тоже Осетию представляю. Поэтому очень хорошо ребята выступили, поздравляю. И борьба была такая интересная, самое главное. Не скучная борьба была. Бая вообще боролся великолепно. Это, наверное, последний год такую схватку я не видел. И не только я думаю, и зрители, и профессионалы, и все мы. Поэтому будем надеяться, что ребят достойно выступят на чемпионате мира. Потому что в этом году чемпионат мира у нас в Казахстане, а следующий год – Олимпийский год. Желаю Синской школе борьбы достичь высоких результатов, которых мы в свое время, братья Хадарцевы, наши легендарные борцы, достигали. Вот они так же, чтобы достигли. Самое главное, они уверены в том, что и тренеры, и специалисты, и сами спортсмены, если они будут страстно хотеть, если они будут все делать, не боги горшки обжигают. Тот, кто будет сильнее, тот, кто докажет, тот и будет представлять страну на Олимпийских играх. И не в зависимости от территориальной принадлежности, у нас, к счастью, и тренерский коллектив очень опытный во главе с главным тренером Замбалатом Тедеевым. Поэтому я убежден, что та колоссальная ответственность, конечно, которая ложится особенно в преддверии или в самом участии на Олимпийских играх, я думаю, что она полностью осознается, будет сделано все для того, чтобы команда, действительно состав был сильнейший. Мы поздравляем любителей борьбы с хорошим результатом и желаем тренерскому штабу во главе с Замбулатом Тедеевым увидеть новые победы своих подопечных. И, конечно же, пусть всегда в рядах российской сборной будут сильнейшие осетинские богатыри.